Света, всем привет, как дела? Что у вас было сегодня? Ты опять разбудил нас всех? Я позвонила Анте, все поменяла дома. Даже бедному федеральному визитеру. Что за шум? Меня нельзя убить. Кто же вообще такой? Твой окулист. Убирайся. Нет. Убирайся. Нет. Кто ты вообще такой? Меня зовут Асидесат. Что ты сейчас хочешь? Я всех нубов этой игры. Стоп, что? Стоп, что? Бро, он ливнул. Умненько, они так не бомбили. Бро, его убью я. Ты чё, улыбайся. Нам тут гости пожаловали. Так, это Изидорс, надо поиграть. Какая интересная графика. Какие интересные звуки. О, зажигалочка. Что это было? Он даже не испугался, но я ему покажу. Что это за хрень с суперсами? Бой, раз, пока он отвлекся. Уже бегу. У тебя нет ног. А, меня все равно не слышат. Какие интересные. Вы такие медленные. Пришлось сделать всю работу за вас. Должно быть, произошел какой-то клипс в игре. Господи, за мной какой-то гонят какая-то зеленая колбаса, потом убью какой-то красный цвет, похожий на картофель. Не советор бы тебе так делать, а 60, а не то может ли лететь бан. Бана создатель плесер. Бана, кто-то наконец проснулся. Не, я наблюдаю за всем процессом, и все, когда плесер этот помидор. Почему меня так называть? Ты клоп. В общем,
Впрочем, А-60 вы забанили по причине сид на скорость. Спаун приватом месте, комната хард. Когда бы мародерство не получится первого раза и амбуса, но это не важно. Что, все? А-60 мы забаним пользоваться респас. Тик был прав, он похож на помидор. Я сниму с него убийство пользователя, игрок со стазом. Дам его хайту, а то у него нор убийств за последние полтора месяца. Тем временем на улице. Хочу к монстрам. Почему они меня прогоняют? Я даже виз пароль в ютубе, будто я могу убить игрока, но у меня нет друзей. Я могу помочь тебе. А? Кто ты? Меня зовут Депт. Я буду твоим другом, да, но все равно мне нужна твоя помощь. Я хочу стать монстром Допса. Можешь как-то впустить меня внутрь? Я впускаю через главный вход всех игроков в отель, а потом улетаю смотреть через окна их прохождения. Пускай новые монстры появятся уже на карте. Прокатать через главный вход в отель. Но я могу это сделать. Спасибо. Потом расскажу, как я стал таким и почему я здесь. Но это будет встреча с этой дверью в Дискорде. Короче, забей. Ах, старые добрые двери в Роблокс. Хм, интересная картина. Стоп. Что происходит? А, что? Продолжение следует.